Тебе что-то переменилось, дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет, словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Три — это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай. Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Собор находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Еще не поздно, друзья. Примите рассвет и станете одними из нас. Город меняется. Новая эпоха наступила благодаря Ориону. Надо отдохнуть. Очень болит спина. Они все сожгли. Тебе тут что-то нужно, или ты просто так? Ищешь инструменты? Если тебе нужны деньги, если тебе нужны... Ты не робкого десятка, я вижу. Главное, не попадайся.
Я понял, понял. Я знал, что тебе понравится. Красивый глаз, Гаррет. С этим ты легко справишься. Главное, не попадайся. Красивый глаз, Гаррет. Только серьезные дела. Гарантия Басса. Я бы сам за такое взялся. С этим ты легко справишься. Удачи не желаю. Ты в ней не нуждаешься. У меня есть товар для темных дел. Для тебя здесь всегда открыто. Этот приятель Басса, который никогда с нами не пьет. В смысле, мужик в черном? Потише, дружище, потише. Больно. Почему он весь в коже и с капюшоном? Говорят, что он урод, и от этого стал преступником. А по мне, так это просто понты такие. А куда делись продавцы Балла? Я знаю, что тебя заинтересует. Как ты мне... Не здоровится. С возвращением. Металлический человек почти готов, мастер вор. Не хватает только двигателя. Или на понятном тебе языке его сердце. Оно находится у человека, известного как часовщик. Он делает часы. О, так ты про него слышал? А ты знаешь, что часовщик сошел с ума? Сумасшедший кретин создал сердце до того, как спятил. С тех пор он заперся у себя дома и не высовывается. Именно там ты найдешь механическое сердце. Ты настоящий профессионал. Я этого не забуду. Безумный часовщик живет в Стоунмаркете, рядом с Грандмауденом. Механическое сердце где-то в его доме.
человека, который сам подхватил газ. Марко сказал... Я переведу, что сказал. Бла-бла-бла, я не знаю, вообще, как куча идиотов в это верит. Жилище той юной леди, честно говоря, напоминает птичью клетку. Я голодная, как... Пекарь закрыл лавку ни с того, ни с сего. Хлеб у него был черный, но все же хлеб. А ты не в курсе? Его повесили, как якобы причастного. А? Тут что, кто-то прячется? Люди пришли. Крайняя бутылка была лишней. Читал газету. Говорят, выбраковка скота сильно помогла. Помогла угробить скотину, это точно. А брат, как был, как я сказал. Я читаю. Плохие времена. Это было
Дона нет. А ведь правили Нордкрест за Нордкрестом. Сколько все себя помнят. Зато будет что внукам рассказать, если доживем до старости. Говорят, свечи из человечьего жира делают. Это бред. А из чего еще, по-твоему? Что это сорока. Опасно нынче на улице.
что они кладут в баланду. Надо бы еще посмотреть. За шутник. Не с места! Этой штукой искалечили многих лучших воров города. Пора ей на покой.
Или бы глотнуть. Каждую ночь один и тот же кошмар. Искалечили многих лучших воров города. Пора ей на покой. Как ломит. Жутко устал. Скорее бы все это интересно. Это можно использовать.
вот и механизм. Товары из Иллирии. Хорошая задумка. Все равно никто не знает, где Иллирия. Бесконечная ночь. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Ты прячешься там, в темноте. Мы быстро его найдем. Тебе нравится тьма, да? Давай, выйди на свет, друг. Я знаю, что ты там. Я тебя чую, неверный.
Лучшие пути обхода на время блокады, которые можно получить за деньги. Карантин обогатил администрацию барона. Чертовы крысы, и никакого веселья. Что там происходит? Что? Что ты делаешь на полу? Почему леди Мэриголд носит этот змеиный браслет? Она не знает, что он проклят. Но я все тебе отдам. Самое интересное, был ли он у нее до того, как мужа прибрала костлявая. Я не богатая, но я все тебе отдам. Она отправит и нас, если поймет, что мы ее раскусили. Одни чертовы крысы и никакого веселья. Товары для воров по грабительским ценам. Я стану нищим посмешищем. Кошмар! Открывайте! Заходите! Заходите! И вот мы подошли к главному. Ужасной потере для ярмарки и для меня лично. Видимо, главный экспонат. Это не экспонат, мистер Вор. Я знаю, что тебя это занят. Моя Изабелла. Милая. Пылкая Изабелла, гроза мужчин и услада моего сердца. Я обычно людей не спасаю. Ну, пожалуйста, ей грозит опасность. Она отправилась в город, чтобы найти экспонаты, и была арестована стражей за странное поведение. Они держат ее в участке. Прошу вас, освободите ее и приведите ко мне. Вы не представляете, как я счастлив, мистер Вор. Не хватит слов, чтобы выразить мою благодарность. Изабелла томится в участке, мистер Вор. Мое сердце страдает, а кошелек хочешь пополнить запасы?